Сегодня челнинцы, служившие в боевой авиации, отмечают 108-ю годовщину со дня образования военно-воздушных сил России. С 2015 года эти войска вошли в состав военно-космических сил, но летчики празднуют свою дату по старой традиции 12 августа. Сегодня несколько десятков челнинцев собрались у мемориала «Родина-мать», чтобы отдать дань памяти погибшим товарищам и возложить цветы к вечному огню. Среди них не только те, кто сидел за штурвалом самолета, но и специалисты, которые обеспечивали полеты. Такой род войск, это считается как бы спокойно, тихий, как бы мы так сильно не гуляем. Так вот встречаемся в основном и все. Традиция в основном у тех, кто в самом деле летал, выполнял какие-то боевые задачи. Одна из ежегодных традиций челнинцев, служивших в боевой авиации – сбор денег в фуражку, кто сколько может. На собранную сумму закупаются необходимые предметы быта, канцтовары и игрушки для детей из детских домов. Сейчас мы собрали около 20 тысяч. Мы сейчас звоним в дом малютки и спрашиваем, что им нужно. И сейчас вот у нас две машины выезжают в магазин. Мы деньгами никогда не даем, потому что мы... чтобы детям дошло то, что мы принесли.